Всем привет! Давайте посмотрим еще одну фишку ZBrush. Вот, допустим, у нас модель раскрашенная, нам надо ее кому-то показать. У нее внешний вид, конечно, страдает. Не так все, конечно, выглядит, как бы нам хотелось. А если все это дело скриншотом снять или, допустим, здесь, то не очень, конечно, еще, да? Вот так вот, если посмотреть, где-то что-то видно, где-то не видно. Ну, давайте поэкспериментируем. Так, что тут можно сделать? Так, если мы, допустим, возьмем вот эту сферу, материал, давайте посмотрим, Madcap Skin 04, уже лучше, да? Знаете, уже вид у нее прям, мышцы видать, каску, но все равно не то. Давайте это дело просчитаем, нажмем BPR, вот этот просчет. Вот такая фишка у нас получается. Но еще не очень так. Вид у нее. Давайте теперь поиграем немного светом. Так. Так, это драфт. Видит. Вот эту нажимаем BPR Shadow и начинаем вот этими полосками чуть поиграем. Интенсивность тут. Angel Rays. Перевести можете потом, что это значит. Не буду вдаваться объяснять. Я их и не помню полностью все. Так интуитивно только что. Вот так мы, допустим, все это дело сделали. Давайте опять просчитаем. Вот так у нас мягче все стало. Посмотрите, все помягче стало. Такой четкий прям чел. Но вот каска у нас цвет совпадает с черным. Да, уже не очень. Давайте поменяем задний вид. Нажмем документ. У нас стоит черный. Можно его вот так вот сделать светлее. Давайте выберем другой оттенок. Допустим, так, красная шапка. Попробуем вот такой цвет выбрать. Вот так вот. Вот такой выберем. Нажмем и чуть-чуть его затемним. Вот так вот где-то. Давайте попробуем синий. Синюю заливку уже лучше. Что нам даст вот эта фишка? Посмотрим. Опять жмем просчет. Сейчас он у нас просчитает, что у нас получится, не знаю. Ну, уже внешний вид получше, да? Не знаю, как вам, а мне больше уже нравится. Раскраска мне немного не нравилась, она была матовая. А это с блестками все нормально, мышцы видно. Давайте сейчас еще посмотрим кое-что, что можно здесь сделать с этим делом. Во, вообще четко у нас получилось. Красота. Уже еще лучше. Давайте его выровняем. Вот такой у нас
кипок получился, судья Дредд. Давайте теперь еще кое-какими кнопками поиграем. Вот этой камерой можно поиграть. Так. Чего тут такое получается? Вот так мы ее нажмем. Вот так мы ему перспективку сделаем. А это что такое? Так, отключим. Давайте еще прогоним. Посмотрим. Вот эту кнопку постоянно нажимайте, чтобы применить к этой модели, допустим. Вот так у нас уже вышло еще лучше. Как будто рисованный уже, да? Так, вот. Вид сбоку. Так. Вот такие у нас получились вещи. И вот теперь давайте поиграем камерой. Так, что у нас? Так, уже хорошая штука. Давайте зайдем теперь в меню Lay. Так, вот этот layer, да? Вот. Light. Вот у нас один источник света стоит. Добавим, давайте, второй. Вот так мы его поставим. Так, вот сюда, наверное. Вот так вот. Вот таким делом. Давайте этот первый посмотрим. Чуть осветлим. Интенсивность чуть-чуть уменьшим. Давайте просчитаем. Вот у нас уже просчиталось. Какой вид классный. Все. Давайте приблизим. Вот, посмотрите. С близкого расстояния. Как он выглядит. Так, теперь как это дело все сохранить. Так, жмем документ. Вот так. Жмем экспорт. Вот здесь у нас высвечивается, в каком формате можно сохранить. JPEG, PNG, BMP, TIFF, PSD. Давайте JPEG. Пишем Dread. Сохранить. Вот такой он нам сейчас показывает. Можно выбрать вот полоском, как вы хотите, весь экран сохранить, допустим, или только его. Вот можно его выбрать. Вот так все это дело выбирается. Вот такая фотка будет. Здесь вот можно подкорректировать. Вот так вот полосками. Как, чего, куда. Можно так выставить, как вручную. В принципе, если нас устраивает, жмем ОК. Все. Вот что у нас получилось. Все, всем пока. Модели выглядят лучше.